Сегодня расскажу вам про свою систему, которая выращивает очень быстро различные растения. Вот хочу показать. Это у нас маленький мини-киви. Все написано на немецком, потому что я живу в Германии. Это у нас кинза. Сейчас я открою. Шикарно выглядит. Это у нас, значит, здесь у нас маленький лук, укроп. И сегодня я посадила 2 томата. Вот эта система с подогревом. И, в общем-то, здесь постоянная температура поддерживается, они потеют, то есть происходит парниковый эффект. Сегодня пришла еще новая посылка. Я купила лампу, чтобы помидоры смогли вырасти, потому что помидорам нужно зимой больше света. Сейчас на улице 31 декабря. Соответственно, нужно искусственное освещение. Вот. Могу сказать, что это мой самый лучший опыт выращивания растений дома, потому что это очень быстрый эффект. За 2 недели я получила вот такие уже большие ростки. Вот. Так что всем советую.